неожиданно. Это довольно смешно, и такой масс встречается редко. Но посмотрите, D4, D5, конь F3, конь F6. Это, если белые не играют с C4, то это обычно называется не фезовый гамбит, а дебют ферзевых пешек. Здесь, ну, то есть пешки выше белые и черные ферзевые, но C4 не последовало, поэтому такой дебют называется дебют ферзевых пешек. Здесь сыграли белые слон, конь F6, слон G5, конь E4, конь E4, слон H4, C5, C3. Надо было взять, конечно, на C5, но белые... Пока позиция достаточно спокойная у белых, ничего страшного вроде не видно. Смотри, ферзь B6 черные развились. Сейчас можно было сыграть ферзь C1, но они решили поменять ферзей. И сыграли ферзь B3. Черные сыграли ферзь H6. Да, зернули матрицы. Слово H4 в опасности. Там, если, например, ну, можно было сыграть Е3, но тогда здесь можно было пешки надвигаться, G5, G5, сразу можно потерять этого. Но черные, вернее, они сыграли, нет, они сыграли ферзь Б5, они обрадовались, что пешка Д5 под боем. И на что последовало? Все видели, да? Подожди, то есть второй обычно. Давай, дай насладиться в заключительной позиции, ферзь C1 мат. Такое редко бывает. Даже в вашей партии, вы, наверное, редко такое отзываете. Ага. Посмотрите. Мат на доске, король остался в центре, белые взяли пешку и получили мат. Так, ну и еще последнюю партию посмотрим. А если ферзь А? Ну, здесь можно было по-разному играть, проигрывать не обязательно, конечно. Но черный все равно перевес.